от героев былых времен не осталось порой имен. Всероссийская акция «Бессмертный полк» – это дань памяти нашим отцам и дедам. Работники энергетической отрасли, так же, как и остальные жители нашей страны, ковали победу на полях сражения и на трудовом фронте. На днях мы отметим уже 71-ю годовщину со дня Великой Победы. Но время не властно над памятью. Мы потомки героев, помним и свято чтим их подвиг. Отдавая дань уважения павшим, я призываю брянцев принять участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Ведь стать полк с портретом героя – поистине большая честь для нас, их потомков.